Рад видеть вас на канале Device. Сегодня у нас на обзоре игровая клавиатура Defender Renegade GK640DL. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Клавиатура Defender Renegade GK640DL выполнена из высококачественного металла с пластиковыми элементами, отличается необычным дизайном и станет отличным дополнением для вашего игрового места. Клавиатура относится к полноформатным островным устройствам ввода. Модель насчитывает 104 мембранные клавиши, среди которых есть переключатель FN. На девайсе расположены горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет-приложениям. Угол наклона устройства регулируется с помощью ножек. Клавиатура оснащена ферритовым фильтром, кабель 1,5 метра, имеет плетеную структуру. USB-коннектор позолочен, для дополнительной надежности конструкции предусмотрена металлическая крышка, предусмотрена встроенная подставка под телефон. Устройство позволяет заблокировать системные клавиши Windows и переключить стрелки курсора на кнопки WASD. Клавиатура с расширенной RGB-подсветкой распознает одновременное нажатие до 19 клавиш. Устройство имеет 7 режимов динамической подсветки: переливающаяся RGB-подсветка, бегущая RGB-волна, настраиваемая разноцветная подсветка каждой из 6 зон клавиатуры, статичная одноцветная подсветка, пульсирующая семицветная или одноцветная подсветка, звукоактивная подсветка. Яркость подсветки регулируется, а также предусмотрен режим без подсветки. Особое покрытие обеспечивает надежную защиту от истирания, а также препятствует проникновению влаги внутрь. Преимущества: наличие ферритового фильтра помех. Устройство защищено от влаги. Возможно, блокировка клавиши Windows. Наличие позолоченного USB-коннектора. Полноразмерный формат. Мембранная конструкция клавиш имеет классический тип. Длина кабеля 1,5 метра, он имеет плетеную структуру. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Краска стирается с клавиш. Громкое нажатие клавиш. Тугой ход клавиш. Настройки подсветки не сохраняются. Древний софт для макросов. Во время бездействия подсветка гаснет. Но есть и позитивные отзывы. Удобные высокие клавиши. Большой Enter, большой Backspace, большие шифты. Массивная. Нормальные резинки на подножках. Подставка под телефон. Шикарно выглядит. Классная подсветка. Хороший функционал. Возможно, вы станете владельцем этой модели клавиатуры. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!